Ну, а в начале кадры аварии на Волгоградском проспекте. Неуправляемый внедорожник едва не сбил пешеходов на зебре. Тойота на красный свет вылетела на пересечении с Ташкентской улицы, где в нее на полном ходу врезался другой автомобиль. От удара внедорожник несколько раз перевернулся прямо на пешеходном переходе. Там были люди. В последний момент им удалось отскочить от летящей на них машины. Пострадал только водитель Тойоты. Он госпитализирован. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Движение на перекрестке сильно затруднено.